Всем привет! С вами ведущий программы Students Voice Сергей Барабанов и Александр Горник. И именно в 6-й программе мы хотели поговорить о нашем университете. Итак, поехали! Скажи, как расшифровывается аббревиатура НУК? Национальный университет кораблестроения. Национальный университет кораблестроения. Ну, как она расшифровывается? Национальный университет кораблестроения. Николаевский университет кораблестроения. Ты чё стой? Я услышал такое слово кораблестроение. Сможете ли вы его прочитать слева направо? Ну, все, дадите нам текст, мы прочитаем. Ну, можете написать на телефоне. Окей. Ну, вряд ли его прочитаю, мне кажется. Нет. Почему? Не хочу. Ты не хочешь читать? Да. Ну ладно. Нет, его надо записать, и так только. Я не хочу пытаться. Я и... Кораблестроение. Кораблестроение. Я и... Блин, это мне мама нужно. Вика, дай телефон, напишем и прочитаем. Сейчас. Хорошо, я подожду. Хорошо. Так, а теперь... Сейчас, дай Маша прочитать. Ейнеортсельарок. Нет. Ну, вообще-то ты всю жизнь читаешь слева направо, так что... Ну, кораблестроение. Чем, с твоей точки зрения, университет отличается от школы? Ну, во-первых, названием, во-вторых, отношением. Теперь мы бегаем за учителями, а не учителя за нами. Прям все-все-все? Нет, не все. Можно? Терпеть силу, можно пить текилу. Школа — это среднее образование, а университет — это высшее образование. Да не, я не отвечу так. Ну, ты что, стесняешься кого-то? Да, тебя стесняюсь. Ничем. Практически всем. Многословно. Где чаще всего ты прогуливаешь пары? Дома. Дома вот самый кайф прогуливать пары. Нет. Вообще? Нет. Ну а тогда что ты ходишь в кампус? Сейчас тоже не прогуливаю пару. А тебе сейчас идет пара уже? Ну и что? Не моя. Не моя? Нет. Я никогда пары не прогуливаю. Не тренди. Я не трендю. Не тренди. Я не прогуливаю пары. Ну, скажи. Я не прогуливаю пары! Как вы знаете, поднялись цены на газ и на продукты питания, поэтому теперь многим студентам не по карману питаться в кампусе. Как вы относитесь к тому, что в канцелярии на первом этаже продавщица тетя Таня теперь будет приторговать домашними пельмешками? Оптимистично, потому что до этого я все равно себе не мог позволить там питаться. Вкусно отношусь к этому. А вы будете у нее покупать их? Уже сегодня ели. И как, действительно вкусные? Да. Часто ли ты пользуешься лифтом? Только когда подниматься на 5-6 этаж. Нет, нельзя. Я не сотрудник. Да? А да. Вообще хоть раз пользовалась ним? Конечно. И как ты пробивалась через лифтершу, который там стоит и всех отгоняет? Она меня не видела. А, то есть ты как шпион, да? Да. Ползком. Обычно я бегаю по лестнице бегом. Лифтом только если девчонки заставляют. А, ну а если все-таки тебе приходится им пользоваться, как ты пробиваешься сквозь тетеньку-лифтершу? Я, честно, обычно не вижу, обычно девчонки проводят. Тоже неплохо. Иди сюда и не смейся.